Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик по игрушке Sally Face. Как вы помните, друзья, в прошлой части Ларри сделал самоубийство, но вы мне в комментариях столько наспойлерили всего, понаписали, я теперь все понял, все окей. Так, в общем-то, что от меня требуется? Давайте смотреть. Я, конечно, не буду все эти спойлеры говорить, потому что, ну, на кой черт оно надо, да, согласны? Наверное, может, кто-то, как и я, многое не знает, так что, в общем-то, не буду про это рассказывать. Так, Пых, я не помню, как девочку зовут. Давайте, в общем-то, поболтаем. Ага. А чё это ты? Опа. Игра сломалась. Нифига себе, поболтал, называется. Ладно, ребятки, мы продолжаем. По каким-то причинам я нажал поговорить с Пыхом, и у меня зависло. Пых, ты как, приятель? Как? Ага, тут, творится какая-то фигня. Думаю, скоро все устаканится. Скоро? Агась, просто приглядывай за Содой, ладно? А, да, Сода ее зовут. Содой? Это твоя дочь, помнишь ее? Она сидит прямо рядом с тобой. Без комментариев? Без комментариев? Ага, что за фигня? Ладно, давайте-ка мы этот, как его, в другой мир переместимся. Я не помню, на какую кнопку чуток. Так, подожди-ка. А на какую кнопку это делается? А, вот, ну просто переключаюсь так, да? Ага. Ну погнали, квартиру Пыха. Что его то... Ух ты. Они вообще невидимые. Почему так? Ну их не поглотило. Их не поглотила вот эта тьма, так что с ними все окей. Ладно, раз так, тогда я, наверное... А подожди, стой, мы вот эту дверь-то еще не проверили, может в этой... Здесь нет двери. Нифига себе. Интересно, а почему ее вообще тут нет? Ха, странно, ладно. Мы, наверное, покидаем этот этаж за Ларри. Здесь также камень у нас остается, квартира родителей Тодда. Давайте посмотрим, их 100% поглотило еще до того, как тут все это произошло. Они самые сумасшедшие. Так, это мы все убрали. Самое интересное, что от ванны немножко отстает эта фигня. Вот, а... В общем-то, от людей, если ты так делаешь, ничего не происходит. Это немножко странно. Так, дальше. Здесь что-нибудь надо еще поделать? Нет, здесь ничего. Ну, пока что за Ларри пробежимся. Вот, ну, пока что единственные, с кем все в порядке, это Пых и Сода. С ними все окей. Здесь какой-то липкий замок. Ну, бро, я же вот так делаю. Старая квартира Пакертон. Хм, странно достаточно. Ладно, переключаемся тогда на Ларри. Ага. Ну, раз с вами все окей. Эти меща... А, подожди. Мечущиеся штуки что-то неразборчиво нашептывали. Ага, ну, он какую-то фигню говорит. В принципе, наверное, мы отсюда пойдем. Здесь я тоже ничего не нашел интересного. Прыгаем вниз. Покидаем этот этаж тогда. Так. Ага. Ну все, родители Тодда. Они всегда были очень странными. Ух ты. А сейчас что с ним еще хуже? Не глаза какие-то красные. Перед светом была лишь тьма и ничего более. Да, с ними вообще полная жесть. Возможно, это воздействие этот, как его, этих растений, которые они выращивали. Вот, у себя там в комнате Тодда. Так что на них обращать внимание не будем. Они всегда были очень странные. И такое ощущение, что... Опа. Ага. Так, интересно весьма. И такое ощущение, что... С ними эта тьма самого рождения, короче. Они очень странные, по сути своей. Так, ладно. А здесь мы ничего не сделаем. Наверное, нужно что-то пофиксить, но... Сюда попасть, кстати, я тоже не могу. А что, если я вызываю вот эту штуку? Так, подожди, как ее вызвать? Я забыл, на какую кнопку. Хоп-хоп. Потом, блин, это очень сложно на самом деле делать. Заморочено. Так, хоп-хоп-хоп-хоп. Ага, и ничего не происходит. Ну, это чертовски тупо на самом деле. Ну, тогда... Тогда давай из рук эту убирай. Ага. Так, ну... Блин, раз что-то ничего не работает, я даже не знаю, что сделать, по сути. Так. Ну, давайте мы попробуем рядом с ними поиграть, что ли. Может, это что-то мне сделает? Не знаю. Хоп-хоп-хоп. Нет, нифига не происходит ничего. Тогда пойдем в туалет. Раз там что-то было, значит, наверное, тут кто-то есть. Черт его знает. Так.
Ну, может, это как подсказка. Это единственное, с чем здесь можно было повзаимодействовать, но тоже нифига подобного. Так, ладно, может быть, если мы это убрали, то, в, ну, повзаимодействовали, да, с туалетом, то в мире Ларри будет окей, и замка не будет. Проверим. Нет, замок все так же остается, черт возьми. А что ж мне с ним делать-то? Я даже представить не могу. Так, ну эти поглощенные, с ними все понятно. Ну, я действительно немножко не понимаю, что от меня требуют. А, смотри, здесь тоже можно повзаимодействовать. Кажется, мне придется... Фу. Опа, что он взял? Ох ты, ключ. Вау. Значит, получается, за за Салли мы смыли, а за Ларри мы смогли достать. Нифига себе. Занимательно весьма. Ну что тут у нас, блин, здесь вообще, наверное, жесть какая-нибудь. Все-таки, ну, мисс Пакертон. Она мисс Пакертон, черт возьми. И вы сами знаете, что она делала. Оказалась маньячкой, тудым-сюдым. Так, ну, что-то пока здесь все нормально. В принципе, ничего такого. Козочка. Козочки тоже нет. Хм, я не знаю, на самом деле, а в мире Салли здесь открылось что-нибудь? Ну, сейчас мы проверим, конечно, за него тоже. Так, ладно, давайте мы сразу туда переключимся. Возможно, действительно и здесь открылось. Да, открывается, это хорошо. Ух ты, а почему... А, здесь заделали дырень же эту, куда провалилась Эш как-то раз. Ну, я понял. Так, вот здесь вот давайте попробуем вызвать. Мне кажется, тут получится сейчас. Козочка появится, будет прикольно. Ага, конечно, спасибо, до свидания. Я понял. Ничего тут со мной взаимодействовать особо не хочет. Что у нас с ванной? Так, ну здесь ужасный запах, наверное, 100% также остался до сих пор. Но там ничего не было. Такс. Ну, о, спальня 1, кстати, ее не было. У... Ух ты. Так. А что это такое? Ее не было у Ларри. Так, давайте попробуем тут что-нибудь вызвать. Блин, я не понимаю, на самом деле... Вот эта вот гитара, она только для того, чтобы этот, как его, ну, просто вот эти вот барьеры уничтожать. Ну, тут что-то надо сделать, я пока что не знаю, что, конечно. Ну, естественно, что-то в этой комнате, я думаю. По взаимодействию здесь ни с чем нельзя. Но, по сути, до сих пор ничего и не произошло. Так что, сейчас все у нас под вопросом остается. Я не слышал, что что-то там в коридорчике произошло и так далее. Блин, тогда за кого мне надо что делать сейчас? Хм, барьеры, барьеры, барьеры. Ну, вот так вот. Нет, не срабатывает. О, спальня 1 появилась. Черт, до этого не было. А, вот оно что. Ну, все, починили. Все, барьер готов, отлично. Блин, прикольно, смотри-ка. Не было и так бац появилось, когда мы засали здесь, повзаимодействовали. Так, ну начнем мы с тебя тогда. И теперь мы идем за Сало играть. Ага. Ну чё, готовы? Так, сейчас главное не тупить, конечно. Я некоторые значки немножко тупо зап... Ой, ошибка вышла, давай по новой. Тупанул. Так, это... А, снова все так же, да? Ага. Снова этот значок. Здесь вот этот вот. Ух ты, а здесь, кстати, побольше, да, стало, по-моему? Ух ты, нифига себе. Надо крайне быстро все делать. Так. Ага, ага, ага. Так, теперь этот. Теперь вот этот. Так. Успел? Блин, повезло. Но здесь они повторяются, так что в этом плане все хорошо. И за счет повторения все топчик. Так, ладно. 203-я комната закрыта. Возможно, у Ларри будет все нормально. Квартира Чарли старая. Ну, возможно, то, что... Тут, наверное, не зайдет снова та вонь. А нет, смотри-ка, решил зайти. В этот раз зашел. Так, ладно, короче, давайте мы попробуем за Ларри здесь поболтаться, погуляем немножко. Может быть, чем-нибудь интересненькое мы тут и найдем. Так, отлично, барьера нет. Ну, смотрим, он эту сможет открыть? Опа, а той двери-то вообще нет, 203-й. Вау. Что это за... Все-таки что-то было, что ли, с Чарли? Все-таки он был связан с культистами, что ли? Просто вот эта вот... эта пентаграмма на полу, она меня немножко смущает. Давайте попробуем туда Салом встать и вызвать этот, как его...
Ну, за счет... Ну, вы поняли, короче, да? За счет вот этой вот нашей гитарки. Тыры-тын, тыры-тын. Потом тыры-тын. Подожди, и тыры-тын. Нет, что-то нифига не происходит, конечно. Блин, походу это не работает так. Почему-то мне показалось, что один раз все сработало, и все окей. 230 не открывается. Ну ладно, прыгаем тогда вниз. Вы мне говорили, каждая мелочь важна в этой игре, но я тупой немножечко. И из-за этого все очень плохо. Эй, миссис Гибсон. Без комментов. Фу, из ее комнаты несет тухлятиной. Решил не заходить, действительно. А, смотри, там этот. Как его? Цепочка. Нужно ее как-то убрать. Наверное, за Ларри придется. Что-то типа того. Ладно, раз тут ничего не работает, тоже уходим. Эх, ну все-таки Чарли, значит, был замешан с этими культистами каким-то образом. Буду знать. Так, что это у нас такое? Дощечки тут выбиты, сломанные. А здесь только одна комната. И закрыта. Ага. Так, ай-яй-яй-яй. Я понял, переключаемся за Салли. А, значит, мы идем вот сюда. А, здесь закрыто. Угу. А, надо вот так вот, наверное, сделать. Сейчас за... Ага. Так. Нет. Ха-ха. Нифига себе. Вот, кстати, тут вместо двери-то. Вот почему дощечки тут сломаны. Это очень странно. А что от меня требуется? Или здесь и так уже? А, подожди, здесь и так уже. А, нифига себе. Здесь и так барьер уже практически этот, как его, сбит. Осталось сейчас мне только не затупить очень много раз. Так. Ага. Ну, я вряд ли первый раз, конечно же, успею. Ага, я уже ошибку сделал. Давай по новой. Так. Блин, я еще очень туплю, как будто бы все первый раз делаю. Хотя не первый раз, нифига. Хоба. Так. Ага. Ага. Ах. Так. Успел? Блин, серьезно, там еще оставалось. Блин, жесть какая-то. Так, хопчик, хопчик, хопчик. Так, сюда. Так, дальше сюда. Блин, извините уж то, что я так туплю, ребята. Просто я не спец на гитарке играть. Ага, успел. Успел, успел, успел. Барьер ломается. А, к мистеру Эй... А, подожди, ниже уже не спуститься. А как в подвал тогда? Ладно. Маленький мальчик на пороге забвения. Ого. Неизвестный голос, завороженный бескрайней бездной. Блин. Связанный и измученный миром людей. О май гад. Узник плоти и кости. Геранс? Что с тобой, черт возьми, чувак? Это давно произошло с вами? Ох ты, черт. Я даже представить боюсь, из чего был сделан его чай. И знаете, что-то мне подсказывает, что именно этот чай был разносчиком заразы. Почему, в принципе, нет? О, май гад. Это с вами культ сделал? Есть культ, да? Ага, нет. Дитя не выбирает свою судьбу. Так заведено испокон веков. Вскоре ты поймешь истинное единство, что дарует бесконечный. Бесконечный это ты? Почему ты заражаешь души в этом здании? Ну да, дебил. Тьма сочится сквозь все сущее и подчиняется нашей воле. Мы вечные, мы превзошли смерть. Да. Терренс, Геранс, я не понимаю эту букву, блин. Я знаю, вы где-то там. Вы должны остановить это безумие. Как он его убьет-то, интересно? Ты обращаешься к тому, у кого больше нет. Твое сопротивление бесполезно. Тогда я сам остановлю тебя. Ты попытаешься и не сумеешь. Так происходит всегда. Ага. Ну да, напугал, конечно. Так, что делать надо? Опа. Нифига себе. Так. Ага, блин, а тут я сейчас, наверное, обкекусь, потому что я уже очень жестко затупил. А нет, смотри, здесь надо успевать. Просто успеваем, ребята. Так. Ага. Ага, ага. Текс. Погнали, погнали. Оба выбили, выбили. Все, прием как надо, пока что все очень хорошо. Каждый раз глаз еще наклонен как-то по-разному. Так, дальше это. Потом это.
Блин, кстати, они повторяются, как будто бы те, которые уже были там. Так, отлично. Как будто бы каждый этаж повторяется. Ну, мне так кажется. Так, ага. Дальше это. Сейчас самое главное не затупить, конечно же. Хотя я уже, по-моему, туплю в этом раунде. Так. Дальше это. Дальше вот это. Да, все, ребят, повторяется. Это абсолютно те же этажи, которые я проходил. Самый главный глаз. Ну, сейчас тут главное не затупить, но я в самом начале уже очень жестко ступил, и потом я вообще ошибся. На этаж пониже? Хорошо, я понял. Так, ладно. Ага, ага. Так, давай, давай, только не тупим. Блин, я очень уже медленно все тут делаю как-то. Так, это. Все, отлично. Нифига себе, я уже запоминаю, кстати. Сейчас вот здесь вот надо собраться, ребят. Надо очень жестко собраться. Хоба, хоба. Такой знак, первый раз его вижу. Нифига себе. Так, ага, это. Кругляшок, блин, нифига себе. Какие-то знаки непонятные. Блин, я не успел, да что ты будешь делать. Вот это новая комбинация. Это действительно новая комбинация. Я ее вообще не помню. И у меня что-то как-то не получается ее проходить. Такс. Блин, как же это все громко. Жесть просто, отлично. Последние вот эти две я помню, прям идеально. Так что в этом плане все хорошо. Хобочки, 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 хобочки. Ага, все, делаем, делаем, работает пока что. Такс, ага. Так, подожди. Тут кажется... А нет, там тоже была какая-то закономерность, но потом она сбилась и все. Окей. Так, ладно, не с первого раза, но получилось. Это вот, это он и есть мальчик, да? Терренс Эдисон. We'll be right back.